А если на голову упадет кому, Дим? День рождения у Димы. Какой торт. Красивый. С свечками? Торт. Я день рождения. Со свечками. Мне было 5 лет, а теперь мне уже 6. И ой, 5 лет. Подожди, я тебя сфоткаю сначала. Потом? С таким тортом красивым. Загадал? Я хочу, чтобы больше не болеть никогда всю жизнь. Еще раз давай. Я не хочу болеть всю жизнь. Ну давай, сделай то скорее. Еще. О, молодец! С днем рождения, Дима! С днем рождения! Да? Какая красивый тортик. Уже пятерка почти сгорела вся, да? Да. Ну что, вытаскивай? Помаши-ка мне ручкой. Ну посмотри на меня. Скажи, деду привет. Деду привет. Да, нажимай на него. Рукой придерживай торт сам. Рукой другой придерживай торт. Слышишь? И тебе вот так. И вот так. Оба! Молодец! Оба. Разрезал. Ну вот, а я ее хотела съесть. Так, надо было сразу приготовить. У тебя какой кусочек? Побольше. Ну, выбирай, какой ты будешь кусочек. Побольше просто. Ну, ты сейчас все верхушки посъедаешь. Я? Угу. Этот что ли побольше? Угу. Ложку забери. Или вилку, чем ты там будешь есть. Ну, вкусно? Именинник. Вообще вкусно. Ням-ням? На камере не так заметно радуга. Вон. Вот там красивая она. Все, она почти попала. Вот тут она чуть-чуть там осталась. С края.